детства сослуживца Аркадия Журавлева. Добрый вечер, друзья. Я позволю себе так назвать, потому что друзья моего друга, мои друзья. И я хочу сказать о том, что Влад Черников – это действительно друг. Спасибо, что так объявили. И я хочу предлагать сказать, что раньше у меня друга Черникова ассоциировалось только с одним именем – Влад. Но сейчас уже я поймал себя на том, что мне приходит Макс Черников. У него выросли замечательные дети, с которыми мы уже сотрудничаем, и это дорогого стоит. Ну и помимо этого, нас, конечно, уже соединяют огромные воспоминания долгих лет сотрудничества вместе. И это самые светлые воспоминания. Цветы от прекрасной половины вас уже сожгли. И мы приглашаем тебя в мир светлых воспоминаний, в мир ностальгии. Yesterday,
Аркадий Попова. Аркадий Попович, он что руководитель прекрасного, прекрасного коллектива, так он еще моих двоих детей крестил. Так что, Аркадий, мы все спасибо огромное. Я знаю, что есть прекрасная традиция. Влад Черников недавно обозначил ее на программе «Злата Цирсенс», когда техника подвела, Влад вышел на сцену и сказал, что есть такая традиция. Мы на больших программах, на юбилее желаем друг другу счастья, здоровья на многое-многое лето. Мы присоединяемся к этой традиции. No!